Казанский федеральный университет продолжает реконструкцию и модернизацию университетской клиники, расположенной по адресу Ершова, 2. Так, здание, в котором до 2016 года располагалась городская больница скорой медицинской помощи, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Здание, которое претерпело наибольшее количество ремонтных работ, здесь с 2016 года начался ремонт поэтапный, сначала приемного покоя. Сейчас отремонтировано отделение хирургии полностью запущено в эксплуатацию. В стадии окончания ремонта находится отделение гинекологии, соответственно, отделение нефрологии, гемодиализа находится в менее продвинутой стадии ремонта, и нам предстоит еще отремонтировать одно отделение, это отделение урологии, которое оказывает неотложную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю всему городу Казани. Несмотря на то, что в здании ведется ремонт, клиника не прекращает принимать пациентов. Работа подразделений здесь не останавливается ни на минуту. Логистика проведения работ такова, что все необходимые для ремонта этапы проводятся так, чтобы в клинике не было прерывов в плановых операциях и приеме больных. Мы не можем остановить работу больницы, поэтому мы проводим ремонт поэтапно. В отделении сначала ремонтируется одна часть, отделение делится по осевой линии на две части. Одна часть полностью зашивается, обеспечивается герметичность перегородок, проходят ремонтные работы. После этого отделение переселяется на отремонтированную сторону, проводится ремонт другой стороны, точно так же с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм и правил. И далее на короткое время мы перераспределяем пациентов по другим отделениям. Здесь изменен не только внутренний облик и оснащение больницы, но и подход к лечению пациентов. В одном месте можно получить неотложную помощь, пройти обследование и, уже имея на руках диагноз, в случае необходимости сразу отправиться на лечение в стационар. Вы, наверное, уже прошли и видите, какие средства выделены, вложены федеральным университетом для того, чтобы обеспечить, во-первых, службу неотложной помощи, доступность и качество работы. Это все делается для пациентов, для наших, чтобы они действительно чувствовали себя здесь в более лучших условиях, и что влияет на их выздоровление и быструю выписку. Университетская клиника располагает современной техникой для лечения больных. Здесь представлено новейшее эндоскопическое оборудование, которое позволяет выявить предраковые заболевания на ранней стадии. Здесь закуплено оборудование экстра-класса, которому сейчас по-доброму завидуют наши коллеги из других медицинских учреждений, и которые позволяют нам более эффективно прилагать наши знания, наши умения для того, чтобы оказать помощь пациентам. Помимо лечения пациентов, университетская клиника является базой для учащихся Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Поэтому часть помещений в обновленном здании была выделена для обучения студентов. Мы ставим себе задачу полной интеграции обучения в лечебный процесс и, наоборот, полной интеграции лечения в процесс обучения. Поэтому при ремонте закладывается достаточно большое количество площадей под учебные комнаты, в которых студенты могли бы и проводить теоретическую часть, и практически работать с историями болезни. Университетская клиника примет новый вид уже к концу этого года. К этому времени планируется закончить все ремонтные работы. Лилия Талипова, Олег Апачаев, Универньюз.